Вы смотрите видео об отеле Residence Le Grand Jot Сумаева. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Residence Le Grand Jot Сумаева расположен в стране Франция в регионе Три долины и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Резиденция находится в центре станции Курчевал 1550 у начала трассы. До подъемника 40 метров, в 200 метрах от резиденции находится открытая муниципальная парковка на 168 мест платно. На территории отеля имеется, в резиденции, 92 апартамента, хранилище для лыж, телевизионная комната, настольные игры, Wi-Fi на ресепшн, в апартаментах платно 5 евро в день, 20 евро в неделю. В номерах есть, в апартаментах, ванная комната или душевая с туалетом, кухонный уголок с плитой, холодильником, кофеварка, микроволновой печью, гриль, посудомоечной машиной, телефон, телевизор, балкон или терраса, пылесос. На ресепшн можно взять утюг под залог. Номерной фонд отеля состоит из студио с кабиной на 4 человека, 27 квадратных метров, комната с двухместной кроватью, кабина с двумя двухъярусными, раскладными кроватями, оборудованная кухня, студио с кабиной на 4 человека, с видом на горы, 27 квадратных метров, комната с двухместной кроватью, кабина с двумя односпальными, двухъярусной кроватями, оборудованная кухня. Внимание! Описание и планировка апартаментов являются неконтрактными и могут меняться. Для детей есть детская кроватка и стульчик, 16 евро под запрос. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.